Да, веду там какие-то видеопродакшены, стримы и так далее. И афиши там. Но это два разных аккаунта. Всем привет, нет, привет. То есть я завел семейный аккаунт, но все равно на основном аккаунте я как-то разбавляю не только клубную жизнь, показываю свою личную жизнь, соответственно. Да, у меня уже 8 месяцев рожать. Где больше подписоты? Да. Везде. Здоровья вам, спасибо, мои сладенькие пирожочки. Есть какие-то моменты, на которые любой молодой продюсер должен, ну, особое внимание обратить? Здравствуйте, как дела? Отлично, прекрасно. Общайтесь с Мариной Страховой. Музыкальное образование, продвижение. Да, я думаю, все в сумме. Почему? Потому что и музыкальное образование тоже имеет свое место. Приятного аппетита, спасибо. И продвижение, соответственно. Ну, сетапами немногие пользуются, потому что те, которые пишут, они в основном приезжают. Ну, мало процентов я вел там на сетапе, там играет. Не знаю, когда захочет, когда ребенок захочет выйти, тогда я рожаю. Давай дадим вектор тем, кто следит за твоим контентом, ивенты, фестивали, ближайшие месяцы, релизы, про все рассказывай. Да, скоро релиз у меня выйдет на Bunny Tiger, вот трек написал Дафна, более такой летний, у нас хаус-хаус-ес получился. Но в основном на гастроли летом летим в Геленджик. Во дворец? Так как, да, как-то все закрыто. Дворец танцев. Да, дворец танцев и музыки. Продолжаем культурное развлекание. Кто проводит вечер с Мегаполис FM, вы слушаете «Гараж». Сейчас связь может потеряться слегка. Зелена лучше. Классно, спасибо.
спасибо, вы лучшие, это вы у меня самые прекрасные, самые хорошие, самые замечательные. Что у меня публика больше как-то меня поддерживает, любит, и все-таки хейтеров меньше у меня, на которых я не обращаю внимания. Блин, ну как бы круто, спасибо большое, я прям кайфую от вас. Мы тебя любим, ребятки, спасибо большое, что стоите со мной на высоких вибрациях. Вай, привет, привет, привет. Поэтому вы теперь можете позвонить мне на радио
Я скажу, что за радио, и на радио мы можем с вами обсудить всякие разные темы. Вот такие вот пирожочечки. Время препровождения, я поеду дальше.